Около 1800 семей Курской области улучшили жилищные условия в 2017-м. Не мечтать, а действовать позволяет Сбербанк. Крупнейшее финансовое учреждение страны значительно снизило ставки по ипотеке. Сейчас они начинаются от 7,4% годовых. Уникальный жилой комплекс на Запольной от компании СКБ Групп. 3 дома, более 400 вариантов квартир, закрытая охраняемая территория, подземный паркинг. В проекте игровая детская площадка с орнаментом под гжель. Изюминка постройки – уютные апартаменты с индивидуальной террасой. О таком уголке наверняка мечтает каждый. Цена от 37 до 47 тысяч за квадрат. Квартиры передаются подготовленные под индивидуальную отделку. Основные работы мы проводим самостоятельно. Если клиенту необходимо, покупателю необходимо выполнить отделку, то в данном случае мы можем предложить несколько вариантов. Первый вариант – это типовая наша стандартная отделка. Второй вариант – это с использованием материалов покупателей нашей работы. И третий вариант – это полный цикл. Доступнее и дешевле. Все больше курян выбирают жилищное кредитование Сбербанка. Первоначальный взнос от 15%, срок до 30 лет. Главный бонус – самые низкие ставки по ипотеке. Специальные акции, которые у нас существуют с двумя застройщиками, это СКБ группа и ООО «Росинка», у них по нескольким объектам они субсидируют частично процентную ставку при условии, что заемщик страхует, заключает договор страхования и, соответственно, пользуется услугами электронной регистрации. Доступное и качественное жилье предлагает компания «Инстеп». Новый микрорайон, проспект Плевицкой, будет состоять из 19 жилых 10-этажных домов. Более 15 планировок однушек, широкий двор, яркий дизайн. Кроме того, здесь появятся 2 торговых центра, детский сад и транспортная развязка, соединяющая кольцо на Косухина с улицей Сумской. 75% квартир уже с чистовой отделкой. Их стоимость от миллиона. Жилье студийного типа. От 820 тысяч. Сбербанк является основным нашим банком-партнером. На сегодняшний день это минимальная процентная ставка. Соответственно, новая программа по электронной регистрации. Клиенты могут сэкономить свое время, не идя в Росреестр, там, не стоять в очереди, а провести электронную регистрацию через сотрудника Сбербанка. Соответственно, для них будет сниженная процентная ставка по ипотечному кредитованию. Если у вас есть большие кредиты в других банках, Сбербанк готов прийти на помощь. Сделать рассрочку по платежам и снизить процентную нагрузку до ставки 9,5. Анна Пикулина, Андрей Дегтярев, телеканал 7.